Инспекторы ФИФА в Казани – гости частые. Этот визит в наш город стал пятым по счету и заключительным перед Кубком Конфедераций. Казань-арена, пожалуй, один из немногих объектов, который прошел различные проверки уже на практике. Начиная с церемонии открытия и закрытия универсиады и заканчивая водным мундиалем в нашем городе. И различные проверки со стороны инспектора ФИФА являются некой формальностью. Члены международной организации уверены, что Казань примет все на высшем уровне. Основная цель визита – не оценка статуса строительства арен, а обсуждение работы на стадионах во время матчей. Какие-то возникают вопросы по ходу, пользуемся случаем, что все находятся в одной комнате, все вопросы эти задаются друг другу, выясняются, решаются. Мы сейчас находимся в такой фазе, когда нам надо принимать быстрые решения. Столица Татарстана получила своеобразный футбольный десерт в виде матчей нашей сборной и лидера европейского футбола Португалии. Здесь мы видим стадион очень современный, уже полностью функционирующий, который уже принимает футбольные матчи. Поэтому сейчас мы сосредотачиваем наше внимание больше на операционных вопросах, на том, как будет проведено мероприятие и как будут распределены операционные потоки внутри этой арены. Что касается Рубина, то команда вернется на Казань-арену в марте домашним матчем против питерского «Зенита». Игры против двух клубов Уфы и ЦСКА станут тестовыми, на которых полностью опробуются условия проведения Кубка. У нас есть четкий график подготовки со всеми заинтересованными службами. Мы определили, что в мае проведем два тестовых матча на Казань-арене. Это матч с Уфой и матч с ЦСКА. Все вопросы и замечания, которые возникают в рамках обсуждений с делегацией ФИФА, должны быть решены в кратчайшие сроки. И как пообещали болельщикам сегодня, Татарстан ждет просто фантастический футбол. Алмаз Гафиатов, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.